Через полчаса мы начнем заезд на шоссе 318, так что у вас еще есть время полюбоваться на выставку автомобилей. В шоу участвует более 200 машин, и многие из них вы с легкостью узнаете, если бывали в городе после захода солнца. Yeah.
Что я могу сказать про Райана Купера? У него богатое и интересное прошлое. Он уже добился... Покажите мне.
О, вижу, так и сисатый запит сглай. Эй, Таки, пожалел бы детишек. Когда Такеси садится за руль своей S15, он превращается в монстра. Восторг для зрителей. Thank you.
Сегодня у нас в гостях команда Apex Glide в полном составе, да и включая самого робота Лаби. Уже 4 года Рёри знает поражение ни в одной гонке по обе стороны закона. Про него шутят, что если Рёри на трассе, остальные могут рассчитывать максимум на второе место. Впрочем, другие ребята из этой команды ничуть не хуже. И сейчас... Извините, можно водичку? Нет, просто... И такая... Вы только посмотрите! Райан Купер разбрасывает противников, как кегли. Мне кажется, что для него это слишком просто. Он-то, конечно, другого мнения. С другой стороны, возможно, он просто не понимает, что такое суперпромоушен, и гоняет так, как будто у него на хвосте вся городская полиция. И теперь только два... Что? Подожди, не помню. Ты о чем я? Ой, это что там происходит? А ну сдайте назад, не надо лезть на сцену, иначе мне придется вызвать охрану. Никому ведь не нужны проблемы, а? Это суперпромоушен, а не полуночный рейв. Расступитесь и дайте девчонкам пройти. Вот так вот лучше. Спасибо за понимание. Нужно кое-что починить на вышке, через 10 минут я вернусь. Не отходите далеко. Yeah.
На всякий случай напоминаю. Райду Куперу предстоит последний заезд. Если он и выиграет его, то останет... Ooh.
Ну что, Орел, это был честный поединок, и Иван вернулся на поле, не так ли? Нет, это просто возмутительно. Знал бы ты, сколько я вложил в этого Ивана. И вот такая благодарность. Ладно, сейчас меня ждут неприятные разговоры со спонсорами, журналистами и всеми прочими. Тоже та еще... Yeah.
Друзья мои, сегодня мы были свидетелями замечательных гонок. Все участники полностью оправдали наши ожидания, особенно хочется отметить Райана Купера, этот уикенд оказался для него поистине победоносным. Еще немного, и он поставит новый рекорд Суперпромоушен. И единственный гонщик, который погодите, сейчас я...